Специалисты Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта сообщили, что в связи с повышением цен на авиакеросин, стоимость билета на самолет также может вырасти. Топливо в аэропортах страны подорожало до 62%, в частности в Московской области в Домодедово цена за поставку авиакеросина выросла на 33%, в Жуковском на 36%. Питерский аэропорт Пулково смог закупиться с дополнительной наценкой в 18%, а топливо воздушных судов Владивостока подорожало на 20,4%. Больше всех переплатил Екатеринбургский аэропорт Кольцова. Дополнительная наценка при закупке топлива составила 62%. Подробнее об изменении ситуации на рынке авиаперевозок читайте в наших новостях.